праздник, День Победы, приходит солнечной весной. За мир, за ясные рассветы, фронтовикам поклон земной. Проходят дни, сливаясь в годы, но только в памяти всегда великий подвиг всенародный и та победная весна. Пусть будет мир на всей планете, сияет солнце над землей, цветут сады, смеются дети, с победой, с праздником, с весной! Уважаемые друзья, уважаемые ветераны, искренне от всей души поздравляю вас от лица администрации с праздником Победы. Желаю вам главное, конечно, это крепкого здоровья, мирного неба над головой. И главное, конечно, хорошего настроения, улыбок, хорошей погоды и всего-всего самого наилучшего. Спасибо. Уважаемые ульяновцы, дорогие ветераны, сегодня у нас с вами самый большой и светлый праздник, День Победы. Мы привыкли его проводить с размахом, шествия, боевые 100 грамм, праздничный концерт, но из-за известных событий у нас поменялся весь сценарий, но непременно мы с вами еще не один раз пройдем по нашему поселку праздничным шествием и отметим, как положено, традиционно, скажем так. Но тем не менее, хочу сказать, в апреле месяце Совет депутатов, администрация готовились к празднованию Дня Победы, поздравили порядка 120 ветеранов и членов их семей, вручили юбилейные медали и подарки, привели в порядок братское захоронение. Хочу сказать, что в этот день говорить можно много, но самое главное, я хочу сказать вам, пожелать всем ульяновцам, всем жителям страны, чтобы память о войне мы только видели в фильмах, читали в книгах, и чтобы никогда эта боль народная никогда к нам больше не пришла. С праздником, дорогие ульяновцы! С Днем Победы! Уходят прочь невзгоды все и беды. Когда мы вспоминаем имена всех тех, кто подарил нам День Победы. Фронтовикам признательный поклон и благодарность искренне потомков. Геройски вами в 45-м враг сражен. Свободен мир, и песни льются звонко. Oh, no.
Час, минута, долгое ждешь обеда,
потом ужина. Люди, как тени, медленно двигались по городу, как во сне, в глубоком сне. То есть ты это видишь, но у тебя мысль, что ты видишь сон. Вот эти медленные, вот эти плывущие движения, будто не по земле человек идет, а по воде. Голос менялся от голода или совсем пропадал. Нельзя было определить по голосу, мужчина это или женщина. И по одежде нельзя. Все закручены в какие-то тряпки. Блокадная норма дошла до 125 граммов хлеба в день. Это у тех, кто не работал, по иждивенческой карточке. С этого хлеба текла вода. Разделить его надо было на три части. Завтрак, обед и ужин. Наш завтрак был кусок обоев. Старые обои, но на них остался клей, мучной клей. Вот эти обои и кипяточек. Отвлечься от мыслей о еде ни у кого не хватало сил. От голода я ощущала внутри постоянный холод, страшный внутренний холод. Так же и в солнечные дни. Сколько на себя ни надень, холодно, нельзя согреться. И очень хотелось жить. 900 дней. В темноте, 6 утра я занималась зимой, помню больше всего зиму. Очередь в булочную. Стоишь часами, длинными часами. Пока подойдет моя очередь, на улице опять темно. Горит свеча, и продавец режет эти кусочки. А люди стоят и следят за ним, за каждым движением, большими, безумными, горящими глазами. И все это в молчании. Иду из булочной, получила дневной паёк. Эти крохи, эти жалкие граммы. А навстречу мне бежит собака. Поравнялась со мной и обнюхивает. Слышит запах хлеба. Я понимала, что эта собака — наше счастье. Эта собака — наше спасение. Я приведу собаку домой. Я дала ей кусочек хлеба, и она за мной пошла. Возле дома еще кусочек я щипнула. Она лизнула мне руку. Вошли в наш подъезд, но по ступенькам она поднималась неохотно, на каждом этаже останавливалась. Я отдала ей весь наш хлеб, кусочек за кусочком. Так добрались мы до 4-го этажа, а наша квартира на 5-м. Тут она уперлась и идет дальше, стоит, смотрит на меня, так что-то чувствует, понимает, я ее обнимаю. Собака, миленькая, прости, собака, миленькая, прости, прошу, я ее упрашиваю. И она пошла. Очень хотелось жить. Услышали? По радио передали. Блокада прорвана. Блокада прорвана! Счастливее нас людей не было! Счастливее нельзя быть! Мы выжили! Блокада прорвана! По нашей улице шли наши солдаты! Я подбежала к ним! В Ленинграде много памятников, но нет одного, который должен быть. О нем забыли. Это памятник блокадной собаки. Собака миленькая. Прости. Дети были. Смотрят в небо глаза воспаленные, дети войны. Сердце маленьком горе бездонное, сердце словно отчаянный гром ленинградский. Гремит метроном неумолчный, гремит метроном.
лучше, чем глаза.
вечном мольбенном огне. Сердцу боль и вина, ветераны и герои уходят. Их осталось так мало на всей необъятной стране. Наши деды, отцы, славный путь от Москвы до Рестага прошагали пешком всю войну с трех линей переродной. Я герой.
есть у нас еще дома тюрьмы. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Цветок, цветок, сплетай вино.
ветераны, весенний ветер треплет седину. Земной поклон вам, дорогие ветераны, всем, кто принес победу в ту весну. Так много поздравлений, слов сердечных, улыбки, песни, музыка, гармонь, а в тишине торжественно и вечно горит неугасаемый огонь. Оркестры, марши звонкие играют, шары воздушные взмывают в вышину. Пусть юность никогда не забывает всех, кто ковал победу в ту войну.